Ник Вуджич – известный мотивационный спикер, проповедник, автор книги «Непреклонный», который родился без рук и без ног, стал гостем радиопрограммы Гленна Бека, американского консервативного телепродюсера, радиоведущего, автора книг, предпринимателя и политического комментатора. Ник вырос в семье пастора и с детства слышал в проповедях отца, что Бог благ и любит всех, но он никак не мог понять, почему же с ним Бог обошелся так жестоко. Ник верит в Бога и в сверхъестественные изменения обстоятельств, но сегодня он ездит по всему миру с посланием, что порой дело не в изменении обстоятельств, а в осуществлении того плана, для которого ты был создан. В конце интервью Гленн Бек посоветовал всем слушателям посмотреть дома короткометражный художественный фильм «Цирк бабочек», где Ник Вуджич сыграл главную роль. В заключение передачи Ник сказал: «Среди любых обстоятельств всегда есть надежда, если у вас есть вера и вокруг вас друзья и семья. Вы можете увидеть, как из разбитых осколков получится что-то прекрасное, если вы позволите этому случиться».